Сейчас Женя начнет стричь травку, а я вам покажу, как Апи помогает ему в этом деле. Вставайте с нами. Ну что, Габи начинает помогать папе стричь травку. Ням-ням, правильно, правильно. Габи сейчас будет хватать траву, как очень голодная. Кстати, кот Апи, когда убежал, траву тоже ел. Да, ему надо. Причем так жадно хватал траву под машиной вообще. Надо ему купить витамины или травку. Нет, все, подходите. Ну, Габи, она не потому, что она там голодная, она всегда так делает. Как только газонокосилка достается из гаража, Габи тут же бежит и поедает траву, как бешеная. Да, Габи? Да. Помощница ты наша. Киндер какой-то, фигня, яйца. Да, Габик, вот как она хватает травку. Давай, давай, давай. А ты убирай коляску, Соса. Давай, Габи, помогай папе. Пойди, я буду пылесосить. Габа, видишь, как бежит, помогает. Впереди газонокосилки. Она дрессированная, она собака. Вот, видите, как она... Как она помогает хозяину, да. А так вообще она траву не замечаю, чтобы она там траву вообще ела. Вот опять она. Вон, из-под самых прям колес ухватывает. Габи! Вот такая у нас собака-помощница. Вот так вот зелено у нас тут. Соседи тоже постригли свой куст очень красиво. Ладно, будем детей снимать. Вот такие кусты красивые. Илона с подружкой побежала гулять, играть. Артур тоже пытается папе помочь. Ну все, всем пока. Пока. Еще покажу вам, как Артур вместе с папой стригут травку. Правильно, пап, приучай его к работе, приучай. Ох, какие вы молодцы. Сейчас травку Женя в отдельный контейнер вот выбросит. У меня уже было видео, я показывала, как мы мусор сортируем. Ну, сейчас еще покажу. Вот сюда, садовый. Траву, ветки. Траву, ветки, вот, да, сухие листья. Осенью тоже туда все выбрасываю. Когда вот этот вот куст листва опадает, то все сгребаю. Тут очень много листьев получается. И контейнер. Не оставляю я их на весну никогда, я все всегда убираю осенью. Но в этом году будет Женя убирать. Мне нельзя будет нагнуться
Так что... Посадили мы, кстати, крокусы здесь на участке. Еще больше будет весной. Вот здесь еще крокусов понасадили. Там и на газоне прям крокусы сделала. Они у нас уже были, но будет еще больше. Я надеюсь, что луковицы прорастут, все будет хорошо. Там весной, обычно в конце февраля, в начале марта они уже цветут. Покажу вам, что получилось с нашими крокусами. У нас уже холодно, сегодня 15 градусов только. Вот видите, уже мы так тепло оделись. Я в теплой куртке, Артур в теплой куртке. Милонка только носится у нас в кофточке. А мне вообще всегда холодно. Я вот в такой вот куртке Жени на работе. Это мне досталось, как это сказать, запасная куртка сил компании. Милона бежит. У меня уже помидор большой. И что он дал? Плоды. Здесь на веточке 10 помидорчиков. Единственное, наверное, дозревать придется им на подоконнике. И вот еще. Короче, у него много цветов. Если бы он летом раньше бы посеялся, у него было бы очень много плодов. Много помидоров было бы. Такое плодовитое помидорище. Так что, наверное, надо обрывать их. Не знаю, даже нести на подоконник. Или пусть еще подрастут, пока тепло. Обещаю до 19 градусов. Так что, не знаю. Подумаю.